Здесь я. Большая честь быть здесь. Рад началу, но уверен, что не завершению наших дружеских контактов. И переходим к докладу. Доклад мой о русском старчестве. И для начала я бы хотел прочертить линию связи между этой темой и педагогической проблематикой нашей встречи. Прежде всего, укажу, как философ, что тема нашей встречи предельно общая. В любом обществе для любой модели воспитания и образования встают вопросы об их отношении к началу любви. Это один из главных движителей совместной жизни людей. История показывает, однако, что отношение может быть самым разным. Во многие эпохи, во многих культурах на первый план выступает формальная модель, где задача ставится исключительно в передаче знаний. Эта передача организуется в регламентированный процесс. Ну, классический пример – это средневековые схоластические модели тривиума и квадривиума. Здесь все личностные, психологические, эмоциональные аспекты, включая натурально и любовь, рассматриваются как иррелевантные, и те, которые должны быть устранены. Принципиально иную, но не менее в истории влиятельную модель реализовала система воспитания в античной Греции. Она всем хорошо известна, как говорится, из школьной науки. Она характеризуется знаменитым идеалом «пайдеи». Концепция пайдеи была в классическую науку введена и разработана, как известно всем, Вернером Егером. Но в сегодняшней науке эта классическая трактовка уже отставлена. Ее сменила достаточно иная трактовка, которую в основном представил Мишель Фуко. Согласно Фуко, античная система базировалась именно на личностной связи учителя и ученика. Здесь образование интегрировалось в целостную задачу и установку, которая называлась «забота о себе». Всестороннее формирование внутреннего мира и личности ученика. Роль учителя тут была тоже всесторонней. Миссия его была учить именно заботе о себе. И здесь приобретение знаний было только одной из сторон. Сравнительно с моделью простой передачи знаний, тут, конечно, были принципиальные отличия. Наряду со сферой познания миссия учителя охватывала и душевную жизнь ученика. Иными словами, как часто говорится, педагогика здесь собой представляла психагогику, душеводительство. Определенная роль здесь принадлежала и любви, но какая именно, мы сейчас обсуждать не будем. Читавшие Фуко знают, что, согласно Фуко, любовь здесь была гомосексуальной любовью, с чем мы, разумеется, никак согласиться не можем. Но сейчас мы это оставим. Констатируем только, что христианские парадигмы воспитания с античностью связаны тесными, но и довольно сложными нитями. Многие стороны греческой пайдеи оказались созвучны христианской культуре, и христианская педагогика во многих важных чертах стала ее продолжением и развитием. Прежде всего, в чем было преемство? Именно в установке всестороннего характера воспитательного попечения. Иными словами, христианская педагогика тоже с самого начала желала себя осуществлять как психагогика. Но и больше того, благодаря появлению христианского понятия личности и особой сферы сугубо личных отношений человека с божественной личностью, психагогика здесь кардинально углублялась. Душевный мир человека стал невероятно сложнее и многомерней. И поскольку сердцевинное положение христианства «Бог есть любовь», к примеру,
первое послание Иоанна 4,16, то начало любви приобретало абсолютно другое значение и место. Жертвенной смертью и заповедями ученикам своим Спаситель полагает начало новому роду любви, который получает имя любви Христовой. Именно на основах этой любви под ее эгидой и должны были бы строиться теперь педагогические практики, как и не только они, но вся жизнь христианского общества. Однако, как знаем, падший мир противится любви Христовой. Его практики от заповедей Христа неизмеримо далеки. И за века истории так называемого христианского мира, увы, история эта была наполнена насилием, жестокостью, и сам дискурс, сама речь о христианской любви оказались глубочайше дискредитированы. В широком обществе речи о любви стали вызывать, как правило, недоверие, иронию и нередко просто враждебность. И тем более ценно, что на этом фоне всегда существовали и существуют подлинные и чистые явления любви Христовой. Они важны чрезвычайно. Они показывают и доказывают, что в любую эпоху, в любых условиях может и должно исполняться христианское назначение – соединение в любви со Христом и ближними. Для приумножения таких примеров особое значение имеет аскетическая традиция христианства – исихазм. Она себя всецело посвящает добыванию и хранению опыта устремления ко Христу. Исихазская традиция жива, продолжается и поныне, и в сравнительно недавнее время в ее русле возникло новое крупное явление – русское старчество. Оно стало знаменитым, о нем необычайно много писали, но я бы хотел показать, что оно имеет и прямую связь с нашей темой. Я покажу, что русское старчество – не что иное, как новая формация православной психагогики, которая целиком стоит на любви Христовой. И здесь надо будет хотя бы совсем кратко напомнить историческую канву. Обычай или институт старчества начинался с того, что мы сегодня называем «древнее старчество». В древнем монашестве старцем именовался многоопытный монах, являющийся наставником новоначального послушника. Миссия старца по отношению к нему была всеобъемлющей. Послушник и старец обыкновенно жили вместе и образовывали теснейшую двойственную человеческую связь – диаду, целью которой было полное преобразование всего внутреннего мира – всей личности послушника, которое, собственно, и вело к превращению послушника в подвижника. Духовно-антропологический процесс в такой диане представлял собой сочетание, сотрудничество, синергию служения послушника и служения старца. Служение послушника заключалось, по самому слову, в послушании, то есть подчинении и повиновении. Это послушание было тоже всеобъемлющим, внешним, а также и внутренним. Внешнее состояло в беспрекословном исполнении любых повелений и заданий старца, а внутреннее, прежде всего, в совершенном отсечении своей воли. По формуле преподобного Иоанна Лествичника – послушание – гроб воли. При этом оба рода послушания постоянно подвергались суровым проверкам и испытаниям. Ну, что касается служения старца, то его содержанием было духовное окормление послушника, которое включало абсолютную ответственность за его духовное состояние. И вместе эти два встречных служения приводить должны были к трансляции опыта. Опыт старца должен был стать внятным послушнику. Движущие мотивы должны были стать прозрачны для послушника. Он должен был стать способен
воспринимать и разделять этот опыт. И таким путем он сам входил в аскетический способ жизни. Таким образом, и смысл, и цель обоих встречных служений – это трансляция опыта. Ну, я опущу о служении послушника, хотя оно очень психологически интересно и содержательно, но для темы времени мало, важнее служение старца. Суть служения старца – это именно духовно-душевное водительство, психагогика, и она требовала глубоких предпосылок. Старец должен ведать, прозревать внутренние движения послушника и, кроме того, не просто их видеть, а уметь на них воздействовать, ими управлять. И для этого внутренний мир послушника он попросту должен уметь сделать частью своего собственного внутреннего мира. Это своего рода расширение личности, и необходима для него духовная прозорливость. Цитаты некогда приводить, но буквально кратенькая цитата из отца Георгия Флоровского. «Именно в прозорливости обосновывается право на духовное руководство». И это значит, что для старческого служения нужно нечто гораздо большее, нежели многоопытность. Нужен особый духовный дар. И опыт исихазма доказывал наглядно, что исихазская жизнь действительно способствует созданию такого дара. Ну, далее, исихазм в своем развитии долгое время не выдвигал никаких особых изменений вот в этом институте старчества. Обновление старчества наметилось, я бы сказал, только в конце XVIII века, одновременно с появлением добротолюбия и началом филокалического возрождения в православии. Эти два явления между собой связаны, и недаром оба они имеют свой источник в деятельности преподобного Паисия Величковского. С добротолюбием исихазская духовность, как раньше в исихазском возрождении XIV столетия, снова начинает расширять влияние и распространение далеко за пределы монашества. И эволюция старчества идет в этом же направлении. Сам преподобный Паисий, подвязавшийся, как все мы знаем, на Афоне и в Молдавии, Молдавлахии, как тогда называлось, реформировал старчество, еще не выводя его за пределы монашества. Но, тем не менее, он внес уже весьма существенные изменения. Паисий стал старцем-наставником, учителем исихазского умного делания для целого сообщества монахов, живущих при том киновийным общежителем строем, а не для анахаретов, тогда как прежде исихазское искусство преимущественно практиковалось в анахарезе. Служение старца у Паисия включало интенсивное многостороннее общение, что было крайне необычно для исихазской жизни. А кроме того еще, в паисианской общине умное делание соединялось с соборным трудом всей монашеской братии по текстологии и переводу аскетических сочинений. Именно в этой общине и собирался компендий добротолюбия. Паисием было создано то, что в науке у нас получило название аскетико-филологической школы. И, соответственно, по всему этому служение преподобного Паисия определенно новый этап старчества. Вскоре этот этап получил новое развитие, и личности труды преподобного Паисия имели мощное влияние. Вкупе с трудами преподобного Никодима Святогорца, святого Макария Каринского и всей этой плеяды в Греции деятельность Паисия инициировала широкое движение возрождения исихазской духовности во всей православной ойкумене,
Наиболее значимые плоды это движение принесло, однако, в России. В начале XIX века в центрально-русских областях спонтанно зарождались малые очаги аскезы. И в этот же период многие русские ученики преподобного Паисия начинали возвращаться из Молдавлахии в Россию. Обе тенденции встречались в России, взаимно усиливали друг друга, и постепенно в России возникал ряд уже значительных, сильных очагов исихазма. На первом из них – Оптина пустынь. Именно здесь, начиная с середины XIX века, и складывается то явление, которое сегодня мы называем русским старчеством. Оптина через ряд звеньев прямо восходила к паисианской линии. И первоначально в ней воспроизводился и паисианский же тип старчества. Один из прямых учеников Паисия, старец Феодор Свирский, становится учеником Леонида Наголкина в Схиме Льва, которого считают основателем собственной оптинской линии старчества. Дальше. Преемник Леонида, старец Макарий, также продолжает Паисия и устраивает в Оптиной аскетико-филологическую школу. Под его попечением ведется активно перевод и издание святоотеческой и аскетической литературы. Ну и мы в ретроспективе можем считать, что вот это попечение над духовно-ученым сообществом, которое подвязается в аскетико-филологических трудах, оно стало своеобразным переходным этапом в эволюции старчества на пути от начальной его формы к русскому старчеству. Этот переходный этап именно и представлен Паисием и Макарием. Причем оптинская школа уже заметно отличалась от паисиевской, потому что в числе ее участников были не только монахи, но также и миряне. Как мы сегодня отлично знаем, Оптина именно тогда при Макарии делается центром притяжения для культурной и литературной элиты России, прежде всего для ранних славянофилов. Затем следующий оптинский старец, иеромонах Амбросий Гренков довершает выход исихазской психагогики в мир и являет собой уже классический образец старчества нового типа. Теперь старец – духовный наставник уже для всех без исключения, для любого православного, а, возможно, это не исключалось априори, даже и неправославного. Вот этот решительный выход в мир, обращение и открытие аскетической традиции навстречу миру – это и есть определяющая черта русского старчества – его специфика и миссия. И у Амбросия, и других русских старцев эта миссия исполнялась в самых максималистских формах, с поразительной полнотой отдачи себя. Но не менее поразительной оказывается и другая сторона – огромный наплыв тех, кто стремился к старцу. По описаниям, старца постоянно окружали целые толпы страждущих и чающих помощи. И по множеству свидетельств помощь реально обреталась ими. Было ясно, что здесь родилось нечто необычайно нужное, родилась именно такая встреча, такое взаимодействие традиции с миром, которое отвечало нуждам и особенностям русского православного менталитета. И около полувека, вплоть до большевистских гонений, этот вид старческого служения процветал и в Оптиной, и в других обителях. Больше того, успело наметиться внутреннее развитие русского старчества. Зарождалось так называемое старчество в миру, первым известным представителем которого стал отец Алексий Мечев, священник московского храма Николы в Клённиках. Он был близко связан с оптинским старчеством и следовал ему, его принципам. Однако
будучи приходским священником, он гораздо тесней и многосторонней соприкасался с мирянами. Здесь возникало соединение, синтез служений монастырского старца и приходского пастыря. Духовное общение делалось более глубоким и постоянным, так что воплощалась старая православная идея монастыря в миру, идея сообщества мирян, в котором все связаны узами любви и единства и стремятся сочетать мирскую жизнь с приобщением к исихасскому строю жизни. Именно такова и была община вокруг отца Алексия, община мечовцев. И затем настали гонения, которые подтвердили плодотворность и этой новой формы старчества. Опыты старчества в миру, вопреки гонениям, продолжали возникать и при большевиках. Известен ряд примеров, прежде всего, община сына отца Алексия, одного из новомучеников, отца Сергия Мечова. Ну, например, еще несколько менее у нас известный пример. В Румынии при коммунистах тоже существовал исихасский кружок именно такого мечовского плана и типа под названием «Неопалимая Купина». И основатель его также закончил дни свои в коммунистической тюрьме. До сих пор эти примеры старчества в миру известны далеко не все. Но уже понятно было, что здесь найдена некоторая стойкая форма сообщества, которая способна не распасться от враждебного давления. Ну и, наконец, завершая этот исторический пробег, надо, конечно, сказать, что и сегодня духовный потенциал русского старчества никак не исчерпан. Уже в наши дни и совсем недалеко от места нашей встречи в Псковской земле подвязались два старца, которые пользовались всероссийской славой – отец Иоанн Крестьянкин и отец Николай Гурьянов. И очень существенно, что в них, в их служении представлены обе формы русского старчества. Отец Иоанн – монах Псково-Печерского монастыря, игумен которого здесь, слава Богу, с нами, воплощал монастырское старчество чистого оптинского типа, который уже стал классическим. А отец Николай принадлежал к белому духовенству и, стало быть, был старцем в миру. Таков исторический экскурс. Сейчас в оставшиеся минуты самое главное. Это внешнее описание, в котором я еще не говорил о внутренней сути, антропологической и духовной, о характере отношений между старцем и получающими его помощь. Понятно уже здесь, что возникла некоторая новая душепопечительная практика, новая формация православной психологики. Первый вопрос – что вызвало ее появление, почему она родилась? И ответ интересен. Мы замечаем, что рождение русского старчества стало следствием совпадения, удачной встречи двух импульсов, шедших навстречу. Исихасская традиция в России достигла зрелости и подъема, той фазы, когда в ней, как некогда в Византии XIV века, созрел импульс возврата в мир для служения миру. А с другой стороны, в мирском обществе, в народе созрел настоятельный запрос на духовное наставничество, на помощь, которых не доставляли ни церковные верхи, синодальная иерархия, ни низы, приходское духовенство, испытывавшее тогда далеко не лучший период жизни. И совпадение этих импульсов во времени и пространстве – это пример того, что мы, философы, называем кайрос, наполненный момент бытия, историческая удача. Этот выход традиции в мир, разумеется, был изначально движим любовью. Но можно проследить и своеобразную эволюцию любви. Сначала, когда все начиналось, целью было
была трансляция опыта, приобщение к исихасской духовности в возможных масштабах и формах. Но произошло нечто неожиданное. Нахлынули такие потоки и толпы, такие сонмы тех, кто стремился к старцам, что старцы оказались разом и резко погружены в стихию людских бедствий и горестей, безвыходных положений. Наплыв и приток были таковы, что старец, как об Амвросии пишут, бывал так стиснут, что для того, чтобы выбраться, цитирую, часто оставлял в руках народа и верхнюю свою рясу. Старческое служение оказывалось экстремальной практикой, что было непредвидимо. Оно оказывалось сродни уже не столько деятельности миссионера, проповедника, наставника, сколько миссии целителя, который в любое время отзывается на боль, подает срочную помощь, облегчает страдания. Старец не отвергал никого. Для его помощи не было никаких условий, ограничений. И такая миссия, мало сказать, что была служением любви, она уже требовала свыше человеческих сил, и она не укладывалась в рамки никаких правил и норм. И это мы передаем такой формулой. Служение старца было явлением сверхнормативной любви Христовой. Вот эту формулу я делаю содержательным понятием. И прежде всего наделяется значением ключевое свойство сверхнормативности. Что это такое? Противоположное свойство – нормативность. Это принцип, которым регулируются все сферы жизни, практически все. В частности, системы этики, модели поведения и отношений. Когда это отрицается, возникает ненормативность, которая расценивается как сугубо негативное явление, хотя бы по обороту ненормативная лексика, широко известная. Но сверхнормативность – это не отрицание нормативности, сколько выход в некоторое расширенное или просто иное пространство, где существующая нормативность оказывается неприложимой или не имеющей силы. И вот такой выход – это уже особое усилие и событие. В отличие от ненормативности, сверхнормативность – это редкое свойство, которое присуще лишь значительным явлениям. А в христианстве оно входит в саму суть благой вести о спасении. События искупления объемлят весь род людской, и жертвенная смерть Христа – свершается ради всех, абсолютно независимо от того, каким нормам тот или другой смертный удовлетворял бы. Искупление – не что иное, как христианский эталон сверхнормативности. И оно показывает, что движущая им любовь Христова сверхнормативна. Следующее важнейшее свойство. Любовь Христова имеет кенотическую природу. В ней проявляется кеносис Христа, и это тоже сверхнормативное свойство, предикат, как мы скажем. Все кенотические установки самоопустошения, самоуничижения, самоумаления – это принципиально свободные изъявления личности, принципиально не диктуемые никакими нормами и обстоятельствами. Но идти вразрез с нормами они тоже не стремятся, они просто идут поверх. А это и значит, они сверхнормативны. Таким образом, определяющие черты сверхнормативной любви Христовой – это жертвенность, кенотичность, свобода. И именно эти черты определяют и служение русских старцев. Здесь не было отрицания норм, но было зато абсолютное принятие другого. Как оно воплощалось? Прежде всего, старец принимает любого. Его помощь и любовь простираются на всех, без каких бы то ни было условий и норм. Дальше идет новая грань сверхнормативности. В силу своего дара старец видит опыт и мир пришедшего, видит полностью и до глубины в их личностной уникальности
И он видит, что в силу этой уникальности человек перед ним, вот этот живой, его случай, он требует особого понимания и подхода. Он не вмещается в существующие нормы. Для духовного зрения живая личность, предстоящая Богу, это всегда не правило, а исключение, ибо она воплощает единственный, лишь ей принадлежащий путь к Богу. И здесь дар старчества мы можем определить как дар видеть человека в элементе сверхнормативности. И без этого не может быть достигнута главная цель миссии старца – через общение в Духе Святом взять на себя, реально переложить на свои плечи ношу другого, груз его скорбей. И здесь надо снова напомнить связь этого дара с аскетической традицией. Старец Исихаст, и благодать, силою которой совершается его миссия, стяжается только через непрестанное стояние в традиции. Поэтому и сам итог его миссии – это совсем не то же, что психотерапевтическая помощь. Это не столько возвращение к нормальному состоянию сознания, сколько введение сознания в перспективу и в русло жизни во Христе. Столь же сверхнормативна и кенотическая отдача себя старца. Его отношение к другому совсем не просто участливость, готовность войти в положение. Это именно абсолютное принятие, когда старец, вот замечательная краткая цитата об Амбросии, «весь вами живет, и вы ему ближе, чем он сам себе». Вот в этих словах наилучшая формула того, что такое кеносис. Здесь жертвенное самоистощание старца выражено точно. Абсолютное принятие другого – это центральная установка старческого служения, где вместе соединяются все его принципы, которым, безусловно, необходимо еще добавить смирение. Смирение – из главнейших начал аскетической духовности, и в старчестве на нем особый акцент. Амбросий говорил, это основа жизни духовной. И, очевидно, это тоже кенотический и сверхнормативный принцип. Старческое служение любви, таким образом, это характерный кенотический союз любви и смирения. И это служение – не одна из сторон жизни старца, но, собственно, вся его жизнь. И поэтому сверхнормативность любви здесь выступает как ведущий принцип цельной модели жизненного поведения и нравственности. В русском старчестве зарождается новая формация христианской этики – этика сверхнормативной любви Христовой. Ну, меня уже торопят. В заключение я только, конечно, хотел привести живые примеры, как это уже традиционно в наших сегодняшних докладах. В числе таких примеров, разумеется, преподобный Силуан, без упоминания которого сегодня мало докладчиков обходится. Безусловно, служение преподобного Силуана кенотично и сверхнормативно. Но стоит иметь в виду историческую перспективу. Столь же кенотично и сверхнормативно служение самых первых русских святых, подвиг Бориса и Глеба, чистейший пример кеносиса тоже. И таким образом здесь мы имеем уже дело с настоящим внутренним свойством нашей духовной традиции. Все это кенотическое русло родственно русскому старчеству и вместе с ним выводит нас к этике сверхнормативной любви Христовой. Ну и на этом я закончу. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Вопросы? Темы, конечно, гораздо больше. И у меня есть еще, конечно, связи с современной этической мыслью здесь тоже сами собой возникают. Есть несомненная связь вот этой сверхнормативной этики русского старчества
с очень сегодня ведомой всем и влиятельной этикой Эммануэля Левинаса, в которой главный принцип называется «ответственность за другого». То есть сходство здесь очень глубокое, но вместе с тем очень плодотворно увидите и различия. Я их прослеживал и выяснял, что они, конечно же, восходят к древним корням, к различиям иудейской духовной традиции и православной. Но для современной философской и этической мысли это очень нужная тема сегодня. Спасибо. Спасибо большое. У меня у самого возник один вопрос. Я надеюсь, что я не скажу сейчас какую-то глупость. Вы знаете, в исламском языке из нескольких слов, которым можно сказать слово «священник», одно слово – это «кирикопета», это как «учитель в церкви». Да? То есть вы сейчас говорили о том, насколько как бы священник является учителем, ну, в известной степени. А можно ли инверсии это развернуть? Ну да, но в частности вы затронули как бы эту тему тоже. Я не дерзал. А то, что я хотел спросить, а можем ли мы как бы… Вот в старчестве в миру совмещается пастырское служение священническое и служение старца. Но это именно вот в этой форме русского старчества. В других оно отлично от приходского служения. Все-таки, если мы развернем как бы это понятие, можем ли мы сказать, что любой преподаватель, любой учитель, он немножко священник тоже в какой-то части? Это та самая традиционная тема о соотношении педагогики и психагогики. Сам термин «психагогика» сегодня почти неупотребителен, и я полагаю, очень напрасно, потому что на самом деле христианская модель воспитания, она не может не быть психагогикой. Можно называть это духоводительством, греческий корень или русский – это безразлично, но упускать вот эту вот сторону просто нельзя, она относится к сути дела. Речь идет о психагогике. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вот, уважаемый Сергей Сергеевич, я все-таки решился взять слово у нашего модератора. Буквально это полминуты. И сказать слова признания вашему научному исследованию сегодняшнему, которое было безупречно с точки зрения построения речи, но и в первую очередь оно было безупречно с точки зрения монастырского жителя, который живет в обители, никогда не закрывавшийся. И имя отца Иоанна, оно наиболее яркое для всех. Но надо сказать, что то, о чем вы сегодня говорили, в нашей обители, несмотря на всю ее простоту, в той или иной степени сохраняется до сих пор в совершенно живом исполнении. То есть ничего не заглушено, просто формы бывают проще как-то, знаете, не такими яркими. И вот с точки зрения такого вот практического монастырского жителя, я хотел бы высказать вам, да, слова признания и благодарности за точность вашей работы, вашего исследования. Это вот то, что нужно, то, что есть. Благодарю вас. Спасибо.